Қанша шықтыңыз еш? 11. 11-ге шықтың ба? Қанша нан жасадың? Ай, 10-та. 10-та нан жасадың ба? 12 тағылдым да, 2 тасы өлді. Түшіп қалды ба? Апаң үйде жоқ біле? Жоқ. Атаға кетті ле? Атаға кетті өле. Міне қатқылдың әбетке? Әбетке қылбай, сатам бер. Нан менен, оқат менен жүрімді. Сүйшері қызым. Әне-әне-әне, әне кет. Кеске. 11-ге шыққан қыз уже нанды жауады, апасы жоқ. Апасы қатаға кетіптер. Әне кет. Өзі бой жетпей, бойы жетпей, столға қойып, апасы жоқты. Үлкелерін ашқа қалады деп, нанды жауады деймі. Екі тәсі шүп қалып тұр, оны тәсі таныға жауышып тұр. Наладан қосын. Жапқаннан дары үш тәсі дәділ шығыптыр. Өзі тандырды мәккәм жауышып тұрады шықпағаннан да тартып. Друзья, всем ассаламу алейкум. Буквально на днях я шел по улице, и ко мне подбежал парень. Поздоровался. Начал разговор с того, что, мол, видел меня в Инстаграме. Проявил со мной некую солидарность во взглядах. По его словам, во взглядах политических. Тут-то и начинается самое интересное. То, что произошло дальше, описывает не только этого парня, а вообще всех нас, нашу ментальность, наши реалии. Так вот, дальше этот парень начал рассказывать, что он тоже не лыком шит и много чего знает в области современной политики. Знает, под каким крылом объединить весь народ, как поднять с колен наш Кыргызстан. Конечно, такое рвение к созиданию достойно уважения и даже поддержки. Но проявив желание со мной поговорить, он, как и мы все, забыл, что разговор это в первую очередь обмен мнениями. Согласитесь, все происходящее сегодня в нашей стране является результатом отсутствия взаимопонимания. Как мы можем что-то требовать у властей страны, когда даже обычные граждане не могут найти между собой точки соприкосновения? Вот честно, скажу открыто, мы кыргызы, во всяком случае молодое поколение, в корне озлоблено и радикально. Карап турсаң баары өзүнчөле Че Гевара. Мисалы бир маселени көтөрдү да жана мен айтып бараткан жигит. Мен угуп туруп, өз оюмду карама-кайшы айтсам, жогу андай болушу мүмкүн эмес дейт да. Билмейбиз азыр мамлекеттик кайсы бир чоң маселе боюнча туура анализ чыгара алабыз. Биз эместигине 6 фракция отуруп алып, 120 баш кайнап, алардын кеңешчилери жана жардамчылары менен биригип, тыбырчылап, андан да оңой нерселерди чеч албай жатышат. Вот кого не спроси, неважно о чем. Главное, если в дискуссии присутствует политический контекст, твой собеседник машинально превратится в оппонента. Если даже его суждения обоснованы лишь одной статьей, далекой от реальности, которую он где-то там прочитал, он будет готов цепиться тебе в глотку, отстаивая свою, как он думает, единственную правоту. Я клоню к тому, что если мы не научимся трезво оценивать мир вокруг себя и принимать все ее изгибы как действительность, мы не изменим нашу страну, страну эгоистов. Я сейчас ни в коем случае не философствую, скорее призываю молодых кыргызстанцев спросить себя, в чем вы заинтересованы? В какой области, по вашему мнению, вы бы могли принести пользу своей стране не на словах, а на практике? Какие, вы считаете, средства и методы должны доминировать в отношении государственной власти и общества? Какую форму идеологии вы исповедуете? И примет ли их общество без физического принуждения? Какие социальные и политические культуры лежат в основе вашего мировоззрения? И готовы ли вы принять альтернативные взгляды ради общественного развития? Конечно, вы, наверное, хотите, чтобы я сам сперва ответил на эти вопросы. И я отвечу. Отдав полжизни на изучение процессов взаимодействия и взаимовлияния госинститутов, я пришел к выводу, что догмой нашей нации является 7 заповедей, оставленных праотцом нашим Манасом Великодушным. Ведь там обозначены всеобъемлющие постулаты о единстве и межнациональной сплоченности, гуманизме и терпимости, национальной чести и патриотизме, а самое главное – об укреплении и защите. Намного ақылы күлейбендер ойлып қаптыр. Сулдерден, чоң судан, чоң су өзі айлантып, суды сорып, өзі суды тартып келеді екен дағы. Мына мынау 25-тік шланг ғой деймін. Шланг менен мынаындай қырға айдап, тиге. Қырдың башында ошол вода су сақтай тұрған екен. Анан ошондо мындайынан барып могул үйдү суу менен жана суугат менен камсыпат экен.
ойлоп таптым, мына жаңы жол менен кара чыгаштын ортосунда мындай механический электрический эмес, механический суду айдап бере турган, кырга айдап бере турган устройство жасаптыр да. Ортосундагылар кадимки эле Жигулинин дисктери экен. Мына мына отурган болсо газ 53-кү, 52-нин рамазы экен. Чыгылып мындайды биринчи жолу көрүшүм. Негизи аябай кызык болду. Биздин айылда дагы мындай кулибиндер бар. Таң каларлык устройство экен. Самара, пора спать. Спать. Давай. Ой, ой, ой. Подожди, спать, Кадырова, давай. Спать, спать. Устал. Иди вам, спи на диване. Сары, Сары, быстрее давай. Так, смотри, ты в базе, вот сюда палец. Это? Да, прислонил. Да. Все, вот здесь расписывайся. Здесь? Да. Подпись, да? Да, раз, два, три. Все? Если что-нибудь натворишь, украдешь, забьешь кого-нибудь, ты у нас уже в базе, сразу найдут тебя, понял? Сейчас, подожди. Так, вот здесь тоже нажимай. Ручка можно? А подпись не надо? Не надо, вот здесь нажимай. Другим пальцем ты этим уже нажимал. Левым, левым, вот этим. Посильнее. Прижал? Да. Это, еще раз прижимал. Вот так. Сильнее. А, вот так? Вот, да. Все. Все, давай. Это твое? Это, да. Все, счастливого пути. Ага. Давай, аккуратнее. Россия, кышың оор, карың калың. Ойлонту ойго салдың элдин барын. Елена эрте менен ишке салды. Алгынды асфальттагы муздун барын. Кечирген кагылайын атам экен. Кар күрөп кадырыңа жетет экен. Оорубай ушуктан аман чыксам, буйруса жазга чыгып үйгө кетем. Баарынан сен кымбатсың ата журтум. Сагындым жалган айтсам Кудай улсун. Аз гана чыдап туруп анан кетем. Жөн эле чогулбайт баксам курсун. Колумда алюминден темир күрөк. Айланып, тегеренип, карды күрөп, айла жок аргасыздан секин бас. Москвада карым жетим. Ойноп жүрөм. Дагы бар ба экинчи? Тазасына кетти. Москва мага жакты арып, азып, акча тапмай кар күрөп, музду казып. Мадам менен Бекболоттой була албайбыз. Бизнес кылып жүрүшөт, темир сатып. Суукта өзүм зорго турсам жүдөп, Елена Ивановна маңгып жүрөт. Эми келип энеңди көрсөтпөсөн, кыйшаңдабай жөнүштө мунар түгөт. Карды күрөө ыргытып оңго солго, чоң күрөктү сүйрөбүз кечке жолдо. Жумуш оор нааразы болуп коюп, ыраазыбыз тийген айлык колго. Баарыбир сен жаксың атам экен, Москванын бети курсун болбойт экен. Айла жок аргасыздан жүрөбүз да, орустар бесплатный оокат бербейт экен.
Алихан. Али? Не хвата знай, дай. Манты хвата. Камырджа это сын мантыға. А? Не хвата сын, кызы? Манты хвата. Ему, оны мене не ме кысын, кызы? Қамырыңды жай ән. Тағы болды. Оныңды қыл, оныңды. Мұндайша, мұндайша қысын тезірі. Жай. Чоң атасыға ән жүніп жүгірдім. Не қыл атауыз қызы? Манты қыл атауыз. Манты қыл жатауыз. Кімге бір өз мантыны? Манты қыл атауыз. Басымынды қыран. Не олды шымыңа? Манауы тезіп кәтті. Оның ба? Тегіз бе дәрі?